друзья, еще один отельчик приехали, находится в Кемере, ну, уже, скажем так, на пятой даже линии, ну, недалеко от центральной улицы, где можно прогуливаться, вот такая торговая зона есть, вы, наверное, в моих видео уже видели. Это отель «Отиум». «Отиум», «Ривьера Хотель» на нем вот так написано. Это отели, часто продают их «Корал», «Санмар» и так далее. Ну, в общем, простенький, но, тем не менее, уютный, недорогой вариант размещения. Сейчас мы вместе с вами его посмотрим. Сейчас вот прошли через лобби и вышли на территорию отеля. Здесь есть бассейн, ну, открытая зона для питания, двухъярусная, вот как раз надо мной. Посмотрите, и горка. Ну, такой, скажем, небольшой, уютный отельчик. Все, что нужно, есть. Вот позади меня горочка. Здесь сейчас посмотрим несколько категорий номеров. Видите, люди тоже уже некоторые отдыхают, купаются. Скажем, это городской отель, конечно, до моря здесь еще идти и идти. На самом деле здесь идти, конечно же, далеко, но тем не менее у отеля есть свой бесплатный трансфер. Он не ходит в ту часть, где я вам показывал недавно в другом отеле, в центральную, он ходит немножко левее, да, то есть пешочком идти достаточно прилично, наверное, минут 30 точно до того места пляжа. Но в целом, как бы, вы можете ходить гулять и в центральную часть пляжа, просто у этой части, которая подальше, есть свои собственные шезлонги. Здесь еще позади есть площадка игровая, в общем, все компактно, но достаточно хорошо и уютно. Еще хочу отметить, что это отель очень популярный, сюда приезжает и больше 25% возвратов в этот отель. Всем, кому нужно жить в центре Кемера дешево и хорошо, с вкусным питанием, действительно питание очень хорошее, все это отмечают. Ну и вообще, в принципе, все, в общем, достаточно, я говорю, хорошо. И бассейн есть, и горка есть, и анимация есть, и есть шаттл до своего личного пляжа, правда, чуть подальше, и можно пешочком дойти 10 минут до пляжа. Я понимаю, где это находится, это не так далеко, на самом деле, не критично. Поэтому отель очень достойный, очень хороший. Если нужен как раз бюджетный вариант в Кемере, это как раз тот самый. Ну и сейчас мы пойдем с вами посмотрим на номера. Бассейн, их видите, их два. Один там был и еще один бассейн. Как раз какой-то блок? Е. Да, блок Е. Идем смотреть. Так что блоков здесь несколько. А, Б, С, я так понимаю, и Е. Это самый новый блок. Давайте я вам покажу стандартный номер в этом отеле «Отиум». Вот такой немножко нестандартной формы номер. Ну, понятно, душевая кабина, все достаточно компактно. Вы сами видите, да, то есть отель компактный. Кровать двухспальная, не king size, нормальная, да. Еще отдельное дополнительное место, вот такой столик, даже мраморный еще один. В общем, уютненько, кондиционер, есть балкончик, правда, с видом не на море, конечно, но балкончик есть. То есть где-то, если захочется посушить белье, проблем с этим не будет. Воду приносят в номер, то есть чай, эти все напитки, это все есть. Так что, ну, еще раз говорю, бюджетный, хороший вариант в Кемере. Так что присмотритесь к нему. Еще в дополнение, у отеля «Отиум» есть вот этот новый блок. Он буквально в этом сезоне только стартует. Это выкупили другой отель, сделали такую дорожку. Бассейн, как видите, здесь. Это принадлежит блок именно им. Сейчас там сделали ремонт. Все так же простенько, стандартно. В общем, все есть. Даже есть номера с небольшой кухонькой. Так что раньше это были апартаменты, а теперь как бы это их дополнительный блок. Так что вот такой экономичный, бюджетный и удобный вариант «Отиум» отель, который находится в центре Кемера, в самом центре Кемера, где, как говорится, мы любим отдыхать своей семьей. И, кстати, вариант для бюджетного отдыха вполне даже ничего. Оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн.